Во, уже лучше. Ну, у хозяина почти мой размерчик. Неплохо. Чуть-чуть приодеться, а то уже все уже грязное, уже испачканное. Да, еще и душ работает. Правда, воду используют морскую, судя по всему. Потому что-то она какая-то тяжелая была. Уже рассвело вроде как. Надо придумать, что делать дальше. Вообще, нужно, конечно же, искать людей. И мне почему-то кажется, что если кто-то где-то и есть в живых, по идее, то только на военной базе. Мне кажется, нужно мне все-таки добраться до форта Занкуда и попробовать там, ну, что-то сделать. Как-то поискать кого-то. Может быть, рация работает там, вызвать кого-то, может быть, не знаю. Да, надо вообще. Ах, погода неплохая. Время около 11 где-то. Так, машина моя, я надеюсь, на месте, там Т-20. Не хотелось бы сейчас искать рабочий транспорт. Да, все еще пустой город. Ничего не меняется. Ну, я уже, в принципе, привык. Ну что ж, бро, сплаваем. А, машина моя вроде там. Вижу я что-то там. Ладно, поплыли. Заодно искупаюсь, а то упарился там на этой лодке. Плавать не очень легко после всего этого. О, уплываем. Так, ну что у нас тут? Что? Люди? Люди, вы откуда? А? Как? Куда? Куда они исчезли? Только что же люди стояли? Что за дерьмо? Блин, что за хрень? Появились и пропали. Ладно, поехали. Охренеть, что это было-то? Так, ну ладно, я не знаю, что это было, глюк какой-то в голове, что ли, может быть, мне причудилось это. Но стояли люди, разговаривали. Охренеть. Надо на заправку заехать, чуть-чуть бензина себе раздобыть. Вон, канистру вижу. Так, хорошо. Давай-ка. Так, давай. Вот. О, подзаправились, уже лучше. Так, ну и поехали. Хватит нам топлива. Ах, что же это было за дерьмо-то? Ну не могло же так мне приглючиться же. Ну не бывает такого. Как так-то? Так, надо бы остановиться в магазине, чего-нибудь взять себе, провизию какую-нибудь. Тут вроде магазин был где-то. Надо посмотреть. Сейчас заедем, возьмем что-нибудь. Так, хорошо. Так, что у нас тут есть? Эй, люди. О, чипсиков можно взять. Вкусняшек разных. Что у нас тут еще есть? Хорошего. Так, воду я уже взял. Так, что еще тут? О, пивка нужно взять. Да. Так, хорошо. О, уже лучше намного. Так, никого здесь нету, ничего здесь нету. Да пустота здесь вообще. Все на халяву. У меня, правда, и так деньги были. Я бы мог и так все купить. Ну, ладно, поехали дальше. Стоп, 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 стоп. Блин. Подождите. Ну, один раз я еще мог грешить на то, что мне почудилось. Ну, сейчас же коповская тачка проезжала и сбила какую-то... Что за дерьмо? Не, это какая-то хрень прям, я не знаю, что это такое. Фу-фу-фу. Блин, ну если я раньше думал, что люди пропали, а я остался один, то вот эта вот теория совсем не вяжется с тем, что я вижу сейчас.
Что это за внезапные появления машин, людей? Что за дерьмо-то? Ладно, доедем до военной базы, посмотрим, что там. Вон она уже на горизонте. Кстати, на обратном пути можно на бензоколонку заехать. Да, интересно. Что же это за фигня-то вообще творится? Какого хрена? Ну ладно, посмотрим. Доедем. Посмотрим, что на базе есть. Хорошо. Вот уже база. Блин, во будет здорово, если я сейчас заеду туда, а там солдаты, охраны и так далее. Так, а здесь что, закрыто, что ли? А, ну тут на КПП должны открываться, по идее, ворота. Так, надо пойти открыть себе ворота. Так, во, другое дело. Так, ну что мы тут видим? Пусто. Что мы здесь видим? Так, да. Ну, можно посмотреть. Мало ли. Блин, я тут и не был никогда. Ну, откуда мне человеку, который служил только срочку, откуда мне вообще, так сказать, здесь бывать, если служил я совсем в другом месте. На авианосце 69. Так. Тут, по-моему, никого нету. Запустение и разруха. Ну-ка, давайте-ка глянем, что у нас и как. Ну, тут нечего ловить. Разве что топливо слить. Ну и то тут, наверное, авиационное, и мне не подойдет. Так, вот еще один ангар. Тут тоже ничего и никого нету. Да. Так, ладно, хорошо. Ага. Ракеты, ни хрена себе. Никогда их не видел вообще так вблизи. Ох, блин. Я думал, может, хоть здесь кто-нибудь есть. Надо вообще поездить, посмотреть. Может быть, кто-то все-таки здесь присутствует. Блин, ну что за дерьмо происходит-то вообще, так если разобраться. Ах, не знаю, куда же дальше? Может, на эту башню подняться, блин? Не... Стоп. Тут стоит, что ли, кто-то? Военный стоит, нифига, с оружием. Блять. Ну и куда он пропал? Блин, что за дерьмо здесь творится-то? Что за хрень? Только что же здесь военный стоял с оружием. Ой, блин. Это реально стремота какая-то прям. Так, куда мне надо-то? А, так, мне надо зайти в эту большую башню. Это у нас какой-то наблюдательный пункт, что ли, или типа того. Где тут вход-то в нее? Вот тут, наверное, вход, я так понимаю. Ну, скорее всего. Так. Так. Надо оружие на всякий случай. Так, хорошо. Здесь у нас никого нет вроде, да? О, камера есть, смотри. Пусто. Все пусто. Так, здесь открыто. Здесь закрыто. Ладно, надо сходить наверх глянуть. Так. Офигеть. Что тут интересно есть вообще? Да. Какой-то класс учебный. Ладно, сбегаем так. Пешком чуть теперь. Я все-таки надеюсь в глубине души, что каждый раз такое дерьмо не будет происходить, какое я вижу уже 3 раза. Аж реально это стрёмно, конечно. Так, здесь что у нас? Так, здесь кабинет какой-то. Здесь тоже жить можно было бы. На высоте, в безопасности. Двери прочные, закрылся изнутри. И живи. Что еще надо? Так, тут тоже есть. О, серверная. Нифига. Ну, электричество пока есть, конечно. Ладно, пойдем на самый верх. На обзорную башню. На эту. Стоп. Что это такое?
Ну-ка. Ну, меня кто-нибудь слышит? Передаю на всех частотах. Я ведущий ученый А как связаться? Куда жать-то? Если кто-то слышит, куда нажимать тут? Я жду вас здесь. Блин. Приезжайте. Неужели человек появился хоть один? Блин, я не понимаю, как здесь управляться этой всей фигней. Блин. Я жду вас здесь. Human Labs? Слушай, товарищ ученый. Офигеть, оказывается, кто-то есть. И, блин, хорошо, что я сюда попал. Видите, все не просто так. Блин, надо срочно ехать в Human Labs. Срочно искать этого ученого. Обязательно. О! Блин, может он хоть знает, что здесь происходит? Вроде как ученые должны в этом разбираться или хоть что-то знать. Блин, прямо аж легче стало на душе. А если он еще и знает, что здесь вообще? Да и вдвоем не так скучно. Может, что посоветует человек? Наконец-то я спустился по этой бесконечной лестнице. Фу, ладно, хорошо. Блин, не смог, жалко, не смог связаться. Ну хрен с ним. Надо дальний включить фары, так и лучше. Фу, в общем-то, уже темнеет, конечно. Надо бы мне, я не знаю, может быть, все-таки утром поехать. Никуда же он не денется. Что-то меня в эту сомнительную лабу стремает сейчас ехать в такое время. Так, я думаю, надо заехать домой, забрать Чопа вообще. Чтобы Чоп больше там не находился. Потому что нельзя оставлять собачку, тем более уже... Вроде как уже вторые сутки пошли, как я отсутствую. Это неправильно. Собаку нужно забрать. Обязательно. Да, этот мир сведет меня с ума явно. Да, сначала Чоп, потом все ученые и профессора и так далее. Я же хотел на заправку заехать, кстати. Канистру взять еще одну. Уже лучше. Так, ладно. Едем домой. Хотя нет, останусь-ка я дома ночевать. Зачем мне куда-то ехать сейчас на какую-то яхту опять? К чему это вообще? Останусь-ка я дома. И все. Ах, пустой ночной город. Как же жутко это все выглядит. Ну, машина, конечно, своих денег стоит, как ни крути. Жаль, что если все, конечно, вернется на круги своя, придется мне, наверное, эту машину... где-то просто оставить на улице, потому что она же на меня не зарегистрирована, и я не смогу никак это сам сделать, и чтобы это все еще и по закону было. Ну да, так вот я и дома. Что здесь? Что это за дерьмо-то вообще здесь происходит? Так, не, загонять я ее не буду ни к чему, наверное. Надеюсь, не пропадет. Ох, так, Чоп, где ты? Мальчик мой, пошли-ка со мной. Ладно, пойду поздороваюсь. Потом можно спать ложиться, наверное. Да, нужно научить тебя пользоваться сортиром, блин. Ну ничего страшного. Привет, дружок. Привет. Не скучал без меня, дружочек? Так, ладно, тогда сейчас я тебе положу новой еды, пойду возьму. И... лягу спать, и мы, конечно же, завтра с тобой отправимся, наверное, в лабораторию. Ну, или я один. Наверное, один лучше. Так безопаснее. Так, никуда, я думаю, этот ученый за день не пропадет. Почему-то мне кажется так. Так, Чоп, все, еда у тебя есть. Так что, мальчик, не скучай. Погулять я тебя скоро выведу. Хоть какие-то новости появились, хоть что-то стало понятно. Не зря я все-таки на базу поехал, не зря поднялся туда наверх. Все-таки все не зря, что мы делаем. Так всегда было и будет. Утро вечером мудренее. И завтра все будет ясно, я думаю.